Мы находимся в Академгородке, в трехуровневом пентхаусе. Сейчас идет ремонт, и я хочу вам показать, как делаются стены из гипсокартона. Высота вот этой стены составляет более 8 метров. Сейчас посмотрим. И для того, чтобы можно было нормально, эффективно работать, мы арендовали вот такие строительные леса, которые называются вышка тура. Вот так все это выглядит, все это тянется вверх. Все это нужно для того, чтобы работать на высоте. И сейчас мы попробуем подняться вверх и посмотреть, как все это выглядит с третьего этажа. Так, вот так вот выглядит эта вышка тура. И здесь ведутся работы по возведению стены из гипсокартона. Комната на третьем этаже уже получила свои очертания. Вот так все это выглядит. Напоминаю, что ремонт производит компания Bauman. Так, еще раз посмотрим.